Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Галина Ишимова, и я хочу дать свой отзыв об интенсиве Александра Дерзы «Мощный поток клиентов, подписчиков из Инстаграм». Ну, буквально за неделю до этого интенсива я была на вебинаре у Евгения Виргуса и впервые услышала там об Александре. Но я новичок еще в инфобизнесе, поэтому не всех знаю, а как раз в то время я разбиралась с рекламой ВКонтакте, и вот Евгений сказал, что курс Александра «Таргетированная реклама ВКонтакте» один из самых лучших в Рунете. Поэтому, когда я услышала про интенсив об Инстаграме, тем более узнала, что это новейшая рекламная площадка, которая открылась буквально в начале октября, я, конечно же, сразу пошла на этот интенсив и нисколько об этом не пожалела. Ну, а Александр, как первопроходец, он протестировал эту площадку, создал там свои рекламные кампании и показывал нам кейсы, рассказывал, что удачно было, что не очень, все тонкости настройки рекламной кампании в Инстаграме. То есть мы рассмотрели рекламный кабинет, как там что настраивать, какие картинки для рекламных объявлений выбирать, какие тексты писать. Ну, абсолютно все. То есть Александр рассказывает настолько подробно, что я думаю, что может разобраться абсолютно каждый в этом. И вот представьте, интенсив шел более 8 часов, и все это время мы получали ценнейшую информацию об рекламе в Инстаграм. Поэтому я очень благодарю Александра за ту отдачу, за ту информацию ценную, которую он нам передал. И, конечно же, я буду рекомендовать своим подписчикам Александра и вот этот курс об Инстаграме. И буду пользоваться сама, буду разбираться и, конечно, применять. Ну и хотела еще сказать в заключение, что интенсив у нас был настолько долгий, все устали, и в конце интенсива, когда уже все было закончено, Александр нам сказал: «А давайте я вам еще сыграю на гармошке». И сыграл нам замечательную вещь на гармошке. Вот, поэтому талантливый человек, талантлив во всем. Еще раз благодарю Александра за все. До свидания, всем пока.